Я с вами Марина Кулагина, и сегодняшнее субботнее утро я решила начать с легкого завтрака и позавтракать вместе с вами. Весна – время изменений, не только природа расцветает, нам тоже хочется выглядеть немножко лучше, чувствовать себя немножко бодрее, сбросить немножко килограммов, накопленных за зиму. И поэтому легкий завтрак с программой Wellness будет как никогда, кстати, поделюсь своим каждодневным завтраком. Что я беру? Я делаю, конечно, на основе коктейля Natural Balance и делаю на основе молока, потому что это вкусно. Но прежде в шейкер, блендер, я кладу банан. Делаю порцию на двоих, потому что мы с мамулей перекладываем банан в блендер. После этого, знаете, решила добавить немного замороженных ягод, потому что идет очень интересный такой фруктовый вкус. Замороженная клубника с собственной дачи. Можно с мороженым. Любая ягода будет очень вкусно. Придает пикантный аромат такой кислинку. И получается смузи такое не жидкое, а более кремовое состояние. Очень вкусно. Кладу ягоды замороженные. И заливаю молоком. Молоко можно взять, я вообще беру 1,5%, если беру 2%, то разбавляю наполовину с водой. Но если мне хочется сделать повкуснее и погуще, я беру молоко. Взяла молоко, вообще 1,5%, или можно даже половину с водой мешать. И 2 ложки смеси коктейля. В данном случае клубничный вкус, ягода клубника, и решила сделать сегодня клубничное удовольствие. Чем хорош этот коктейль? Он легкий, он содержит мало калорий, он вкусный, и он дает чувство сытости. Вот такая замечательная вкусная. Нашему смотрите, какая чудо получилось. Вот я сейчас наливаю в стакан. Очень вкусная, густая смесь. И смузи. Вот я желаю вам сегодня отличного настроения. Сегодня выходной день. Удовольствия. И начинаем свой завтрак легко, вкусно, полезно. Здесь белки. Белок молока, белок яйца и белок зеленого горошка. Это даст чувство и сытости, и легкости, и даст полезные компоненты, которые нужны вашему организму, полезные вещества. Еще клетчатка яблока и свекла, и обогащено омега-3. Знаете, врачи говорят, яблоко на ужин, доктор не нужен. А мы начинаем. Вот такой замечательный ягодно-белковый, еще и яблочный коктейль. Отличного вам дня, хорошего настроения. Заказывайте смеси. Здесь 3 вкуса. Вкус клубники, вкус ванили и вкус шоколада. Получилось очень вкусно, сытно, полезно. И густая такая смесь, очень приятная. Желаю вам, как витамины мы пьем после коктейля, запивая водой. Желаю отличного дня. Начинаем с красоты, здоровья, отличного настроения. С вами Марина Кулагина. Пока-пока.